Всем привет! Новый год не за горами и раздел хозяйства новостного портала «Блокнот Волгодонска» совместно с колбасным цехом «Колизей» продолжает помогать вам создавать новогоднее настроение посредством рецептов блюд для вашего новогоднего стола. Многим зимой не хватает летнего тепла. И почему бы не создать это летнее настроение за своим новогодним столом посредством приготовления салатов под названием «Арбузная долька и салат в апельсине»? Символ 2021 года – это металлический бык, и он любит все ягодное, сочное, фруктовое. И почему бы не приготовить салат в виде арбузной дольки? Так сказать, подкормить символ приходящего года. Нам потребуется отварное куриное филе от колбасного цеха «Колизей», отварные яйца, свежие помидоры и огурцы, маслины, соль и майонез и сливочный сыр. Приступим к приготовлению нашего салата под названием «Арбузная долька». Для начала отварное куриное филе мы порвем на сегменты, порежем кубиками, порежем соломкой, как вам удобно. Приступим. Следом мы натрем сыр и отварные яйца на крупной терке. Следом берем маслины, где-то штук 10, нарезаем их кольцами и где-то штук 5 оставляем на украшение. Составляющие для нашего салата уже нашинкованы, осталось заправить майонезом и немножечко подсолить. Но это уже по желанию. Некоторые ингредиенты у нас подсолены. Маслины, сыр и наше куриное филе. Для пикантности можете добавить черный молотый перец. Все ингредиенты смешали вместе с майонезом. Теперь выкладываем на блюдо и формируем арбузную дольку. Итак, из нашего салата мы сформировали подобие арбузной дольки. Теперь нам нужно нарезать мелким кубиком помидор, нашинковать на терке огурец, отжать сок, нашинковать на терке сыр и также нарезать для украшения наши маслины. Приступим! Итак, первый салат к нашему новогоднему столу у нас готов. Приступим к приготовлению второго. Фаршированные апельсины. Нам потребуется куриное филе от колбасного цеха «Колизей», 2 апельсина, 2 огурца, майонез и соль. Сейчас из апельсинов мы сформируем корзинки для подачи нашего салата. Кстати, очень хорошая идея для индивидуальной подачи салатов. Мы сделали корзинки для подачи нашего салата. Теперь нам нужно будет половину мякоти из 2 апельсинов добавить в салат, также туда нарезать куриную грудку отварную и свежие огурцы. Итак, друзья, наши салаты совместно с колбасным цехом «Колизей» готовы. Это арбузная долька и фаршированные апельсины. Лайфхак лично от меня. Помидоры и огурцы в салат «Арбузная долька» добавляйте прямо перед подачей. Если у вас есть интересные рецепты салатов для праздничного стола, напишите их в комментариях ниже.